Я, наверное, самый сильный магнитогорский автомобильный скептик. Хотя почему магнитогорский? Уже, наверное, российский скептик. Потому что верить в чудодейственную силу всяких присадок, ну, это не совсем для меня. Хотя я, наверное, бы у Максима Смирнова $1000 бы и выиграл бы, если бы залил в двигатель автомобиля, ну, полностью, 4 литра ЕРКи. Ну, тут маленькая проблемка. 4 литра ЕРКи стоят денег. Больших денег. Поэтому пока еще этот спор я не выиграл. То есть в ЕР я чисто верил, потому что, ну, Америка, да, американские присадки. Но оказывается, год 2011, зима 2012 принесла для меня много чего, открытий. То есть я так же, как тысячи людей, обработал свой автомобиль форсаном. При этом, ну, вы помните, да, что я скептик. Но, тем не менее, из объективных вещей. Гидроусилители на всех машинах петь перестали. Коробка автомат переключаться стала очень плавно. И это на 20-летнем автомобиле. Вот. А недавно вот Skyline свой обработал. И вы знаете, слышно теперь только замечательную трубу. И как поет инжектор впрысковый, ну газовый. То есть все, двигателя больше не слышно. То есть да, каюсь, ошибался. Теперь всем рекомендую приезжать сюда, на Советскую 70. Обработать здесь двигатели форсаном. Как обрабатывается, понятно. Волшебная жидкость заливается просто в двигатель. А что потом получается? Ну, потом получается, как вам сказать. В принципе, эффект хороший. Во всяком случае, даже с экономией бензина. И с учетом, что залили в коробку автомат форсан, очень мягко ездит. Переключения плавнее стали, не рывками, плавнее. Ну, что еще можно сказать? В принципе, что я потратил деньги, я не пожалел этого. Не жалею. То есть нету такого субъективного, вот как бы казалось бы, что вот что-то изменилось. Реально меняется? Меняется реально, да. Ну, как сказать, в чем? Ну, опять же, вот в этом же. А экономия топлива? А пуск двигателя? Да, вот про пуск двигателя. Я не стал слышать в морозы по утрам стук компенсаторов. Двигатель намного тише работает. Я как-то недавно сравнил с Рено. Стоял 8 метров от меня, я возле своей машины стоял. Я свой двигатель не слышал, как работает, а Рено очень шумно работало. Вот в этом даже эффект уже. В этом году погода преподнесла сюрпризы, думали, что зимы не будет, но холодная. Оказывается, была. Была и хорошая зима. Заводились? Заводился, без проблем. А если у кого-то проблема доехать до Горгаза, ну, на Советскую 70, то есть возможность доктора вызвать к вам. Потому что, по сути, работа несложная. Ну, по двигателю, гидрачу, коробке и мостам. Главное – наличие ямы. А вот если приспособ нет, то только сюда. Можно ли это сделать, купив форсан в магазине? Вряд ли. Потому как Форсан Про нанокерамик в магазине не продается. Я так понимаю, вам бокс нужен, по сути-то, для того, чтобы, ну, в основном масло поменять. Да, совершенно верно, да, только для того, чтобы поменять масло, да. При этом замена масла у вас, ну, самая халявная, то есть можно и за 800 рублей поменять. То есть мы говорим о том, что вы можете приехать на выезд и обработать двигатели любого транспортного средства. Совершенно верно, у нас же называется авторизованный центр Форсан. То есть мы можем по звонку выехать к владельцу автомобиля и обработать прямо на месте двигатель, коробку, хоть что. Также и дизельные автомобили. Это может быть трактор, и комбайн, и тепловоз. Совершенно верно, да, и трактор, и комбайн, и тепловоз. Даже станки мы можем обрабатывать, не то что автомобили. Мы затронули тему интересную. Дело в том, что, ну, понятно, автомобили экономят и приносят прибыль владельцу. У человека трактора, у человека комбайны, у человека расход не 100, там, 200, ну, 1000 литров на сезон, а расход побольше. То есть там-то сумма экономии получается совсем веселая? Существенная сумма, да. Во-первых, обрабатывая дизель, то есть обрабатывать сразу топливный насос, обрабатывается турбина, то есть это все стоит энное количество денег. Также дистопливо экономия идет по топливу. То есть затраты все окупятся, ну, в течение 3 месяцев, наверное, может даже раньше. То есть если человек тратит на свой транспортный парк примерно там, ну, назовем сумму 10 миллионов, то миллион 100% ему вернется. Ну, наверное, даже побольше вернется, чем миллион.